Главный тренер хоккейного клуба «Хумо» Катаев Дмитрий Владимирович ответит на наши вопросы. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, подведите итоги двух прошедших матчей против хоккейного клуба «Алматы». Да в целом, наверное, по содержанию похожие игры получились. Если в первой игре один гол пропустили, да, и получалось там реализовывать, и, в принципе, игру довели до победы, то, ну, по большому счету, сегодня очень похожая игра. Мы владели инициативой, мы совершили там 2-3 раза больше бросков, мы создали гораздо больше моментов. Да, такие игры бывают. Тяжело играть, да, когда там 4 раза бросают, мы из 4 бросков пропускаем 3 гола. Сложно найти эмоции после этого. И я думаю, что сегодня во втором периоде вот эти быстрые голы, совершенно необязательные, которые мы пропустили, да, немножко так сказались, да, мы входили потом долго, мы долго искали свою игру. Третий период снова, в принципе, мы инициативой владели. Должны были сравнивать, у нас огромное количество моментов, да, но такие игры бывают, такие игры случаются, может быть, и, знаете, хорошо, что они на этом этапе происходят, да, мы должны, конечно, учиться на своих ошибках. И ну, тут оправданий нету, знаете, в принципе, я думаю, что там, в любом состоянии мы должны Алматы обыгрывать. Но вот такая сегодня игра, да, и команда соперника, конечно, тоже надо, ну, хорошим словом сказать, что там постарались парни, бились и очень хотели сегодня выиграть, поэтому хоккей, такие игры случаются, вот надо для нас, наверное, просто провести правильный анализ этой игры, выявить все-таки слабые стороны, надо понимать, почему мы не реализовываем моменты, которые создаем, да, значит, надо какие-то другие, может быть, подходы найти. В принципе, да, мы понимаем, что у нас сейчас, ну, непростой период. Во-первых, мы дома, скажем, давненько не были, да, мы уже очень давно не играли на своей арене, конечно, это все сказывается, да, это накапливается, плюс то количество травм, которые у нас сейчас есть, ну, не дают нам, да, в полной мере, наверное, показать хоккей, который мы способны показывать, плюс большинство, которое, да, мы уже, ну, две игры не можем реализовать, тоже, да, вот ключевые ведущие игроки, которые выпадают, конечно, на них ложится большой объем работы по игре в большинстве, да, и они выпали и, по всей видимости, не смогли за такой короткий промежуток времени мы найти новые сочетания, новые бригады, которые способны забивать. Да? Вот. В целом, сейчас вот мы поговорили, да, с ребятами, понятно, что мы очень расстроены, мы огорчены результатом. Мы не рассчитывали, да, что сегодня игра пойдет подобным образом, да, но опять же, да, пообщались, и у нас впереди еще выезд в Караганду. Нам надо немножко передохнуть один день, найти в себе силы, найти все эмоции, чтобы выиграть. Спасибо, успехов в следующих играх. Спасибо.